Ребята, всем привет, с вами Александр, Jurassic World The Game, Павшее Королевство, наборчик у нас есть, так, выгодные наборчики, и смотрите, какая шикарная картиночка, Павшее Королевство, извержение вулканчика, да, и перевоз животных в Клэр Сэнчури, в Jurassic World Evolution. Прикольно, что у нас там, Барионикс, крокодильчик, Карнич, которого съел вот тут тиранозавр. Давайте посмотреть, что у нас там. Такого по битвам нам предлагает. Вот это наша битва. И у нас здесь 2 по 9. 2 по 9. Так, а ну-ка. Давайте посмотрим, кого мы можем здесь взять. Барионикс. Вот, тот же Барионикс. Мы его возьмем. Ну, вот... Ну, Тирекса мы не будем брать, он слишком далеко. Он слишком слабенький будет у нас. Тарбозавра у нас тут тоже нет никаких. Ну, не знаю, кто тут будет. Ну, спинатозух будет отдуваться. Ой, что ты взял трех хищников? Ой-ой-ой. Можно так и проиграть, собственно говоря. Ну, давайте первых пробьем по-быстрому. А потом нужно баллов поднасобирать. Нундазух. Ну, посмотрим, сколько продержится наш Барионикс. 9 противников у нас, как вы поняли. Пока за один удар пробиваем, можно атаковать на полную. Так, а вот и Иритатор, собственно говоря, и Карнич. Так, по размерам смотрим, да? Такие они довольно сопоставимые, да, с Бариониксом. И челюхи такие длинные. Ну давай, отлично. Осталось 6. Карнича тоже нужно пробивать по-быстрому, а на... Трицики обычно можно опять поднакопиться. Так, Карнич явно поменьше. 1000 целую снял. Вах-вах-вах. Идеальное пробитие. Прямо в маску башни. Так, ну тут надо 4 на 4, наверное, травоядных пробивать по-быстрому. Осталось 4 противника. Так, там Дилос. Дилос уже 133, уже может составить какую-то конкуренцию. Ладно, давайте так атакуем. Можно было поставить в защиту. Ну, пока что все по плану. На все 4. 2500. Практически пробил. Я думаю, нас Капразух попытается проатаковать. Ну, надеюсь, что на все. Вот гаденыш. Ну ладно, тогда не выжил наш Барионикс. Буквально чуть-чуть ему не хватило. А Пати сейчас его тут протаранит. Да, но он знает, что у меня 3, а у него 4. И почему-то он решил проиграть. Если бы я поставил 3 в защиту, мы бы не потеряли ни одного динозавра.
Так, ну и как обычно, кто-то пытается убежать. Мы этого не допустим. Так, нужно восстановить наши миллионы. Ну, вот так пойдет. И идем дальше. Так, ну на этот раз нужно какое-то разнообразие. Так, вот. Конковинатор, стиги и престозух. Погнали. Ну, конковинатор точно не протянет столько, сколько барионикс. Так, тут диморфодончик. Так, и диплодок у нас идет следующий. Опять же, карнотавр уступает по размерам нашему завоевателю. А так она 4. Отлично. Думал поднакопиться, но раз он уж полностью потратил все свои баллы, стоит проатаковать. Оу, конковинатор у нас там дальше. Ну, у противника в основном хищник. Смотрите, какие шпоры гигантские у карнотавра. До свидос. Странные глаза у конковинатора. Они бинокулярные, смотрят вперед, но у этого смотрят они куда-то в облака. Так, ну похоже, мы тут сольемся сейчас. Хотя, блин, что-то я перестарался. Много в атаку трачу, у них-то удар еще слабый. Барионикс появился. Ну, этого достаточно, наверное. Нет, недостаточно. А у него же было 6, да, по-моему? Раз, два, три. А мне достаточно пока что и одного. Так, диморфодончики появились. Диморфодонщики. Как будто бы гробовщики. Так, один балл он приберег. Ну, как раз, я хотел, собственно говоря, на Стигича сейчас переключаться, даже если бы мой выжил парень. Ну, ладно. Давайте Стигичем. Как раз пернатых разгонять очень хорошо. Блин, ну... О, Стиги против Стиги. Фаталити. Он, видите, он прям уже сразу не хотел выбегать на арену. Его просто пинками выпирали. Он буксовал. И не зря. Ладно, давайте, раз пристазух у нас уж тут есть, то дадим ему покушать. Так, и 4-летие Jurassic World, фильму, первому фильму Jurassic World. Прекрасные врата. Было бы еще их куда поставить. Блин. Но у меня тут с местом небольшой дефицит. Вот наши врата. К сожалению, вы достигли предела по количеству зданий. Ну, в общем, ладно. Ну, вот этих статуэток Хаммонда, блин. Я их так долго строил в свое время. Мне просто
жалко их даже удалять. И вот это вот напоминание, напоминание тому, того, что было. Хотя, давайте, ладно. За это удавали опыт, и с помощью вот такого опыта можно было вот статуэточки. Да. А хотя, что я буду продавать? Давайте в хранилище. В хранилище. Вот так, ребятки. Немножко почистил, ну, в общем-то, до скорых встреч.